играешь в танки, подписывайся на мой канал Эндомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Эндомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ПТ-САУ 6 уровня, шведская, ЛКВ-65-2. Проходная прокачиваемая ветка, да, 6 левел. Аппарат мне безумно нравится. Казалось бы, а что в нем такого? А давайте вот разбираться. Ну и уж по сложившейся традиции пойдем поглядим бронирование ЛКВ-65-2. Погнали. Так, вот наш ПТ-шечка, ЛКВ-шечка. Смотрим, что у нас с броней. Быстро смотрим. Внизу у нас 12 мм, здесь 6, здесь 10, 10, маска 15, 15. 10, все, полный картон, посмотрели, спасибо, больше смотреть нечего. 10, 15, 12. Ванга. Прикольно, да, мы бронирование поглядели. Раз, 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 картон, все, бумага. Блин, Серега, за что же она тебе так нравится, эта ПТ-САУ? Идем дальше. Исследование. И вот здесь самое интересное. Стоковая пушечка у нас 240 альфа, да, 155 пробития основным, голдой 230. 9,1 секунда. Заряжается пушка долго. За что ж ты все это любишь? Время сведения 2,1. Точность 0,36, 1582 ДПМ. Смотрим пушечку вот эту. 240 альфа, 180 пробития основным снарядом. Да, основные. 230 голдой, точность уже 0,34, 1,9 время сведения и 1500 ДПМ. Да, заряжается почти 9 секунд, и это на стоке. Так вот, ЛКВ-65 Alt 2, это все-таки больше, да не больше, это 100% кустовая ПТ-САУ, вот, но с невероятно хорошим орудием. Я во многие цифры в этой игре как-то скептически отношусь, да, и когда играешь вот именно ЛКВ-65, кажется, что у нее невероятная точность. Да, в цифрах уже звучит неплохо, 0,34, время сведения комфортное, да, но в самой игре залетает хорошо с этой пушки. Вот, по поводу рации, конечно, нужно качать топовый, потому что все-таки 615 метров против 400. Вот, двигатель, чтобы следовать за союзниками, менять позиции. 190 лошадей, а здесь 215, плюс там 7-8% подвижности. Ну и, конечно, на месте крутиться, это важный параметр для ПТ-САУ, побыстрее. 32 градуса в секунду, здесь у нас 30. 2 градуса, но прибавит. По полевой модернизации. Что у нас тут? Так, скорость поворот ходовой. Важный момент. Все, вот это качаем. Дальше. Поскольку у нас все здесь на точность, время сведения, а сведение у нас более-менее комфортное, то я бы еще поставил бы на точность. О, вообще хорошо. А будет у вас экипаж хорошо прокачанный, у вас не будет штрафов, как у меня. А у меня штраф серьезный, если вы видите, да? 0,48 наводчик не обучен, командир не обучен. 0,51. У вас сведение будет сколько? Правильно, 1,75, 1,74. Меньше 2 секунд. Нифига себе. По разбросу у меня тоже штрафы 0,09. Так было бы сколько? 0,24 точность. Правильно же? Правильно, я считаю, да. 0,24. Нифига себе точность. Так что рекомендую. Так, незаметности после выстрела к обзору. Взял бы настройку вот эту после выстрела. Кустовая ПТ. Так. По оборудованию. Я соборочку сделал максимально на орудие, на точность, на все, да. А досел, улучшенный прицел, вентиль. По снарядам. У нас основной ББХ голда кумулятив. У нас 960 метров в секунду летит наша ББХ. И у нас 950 летит кумулятив. Что это достаточно комфортная скорость полета снаряда. По снаряжению стандартный комплект, ремка, аптечка. Вот, автоматически желательно огнетушитель, необычный, да. Я поставил доп. Паёк, потому что, как всегда,
со стервы посадил 103Б, 10 левел, сюда экипаж. Ну и, конечно, за для обзора за голду его не переобучал. Вот. Буду катать на инвалиде, поэтому поставил доп. Поехал, чтобы минимизировать потери. У вас красных зон здесь не будет. У меня они есть. По экипажу у нас 4 члена экипажа, перки вы сейчас видите в таблице, вот как качать, пользуйтесь. По УВН у нас все хорошо, по пушке минус 10, по ХП, ну, среднее значение 650, мобильность нормальная у нас, прям реально хорошая мобильность, 60 вперед, 20 назад, почти 19 лошадей на тонну, ЛКВ 65 L2, реально, ну, комфортно едет. Неподвижные машины у нас 35-22 в движении, при условии того, что у меня у двух членов экипажа перк не вкачан вовсе, а у двух он только докачивается. Соответственно, здесь можно рассчитывать как минимум около 40-42 неподвижный и где-то 26, наверное, 27 даже будет в движении незаметность. По обзору мы слепые, 316 метров, не стал я ставить. Ничего на обзор, будем надеяться на союзников. А так-то, конечно, можно вместо вентиля ставить сюда рога. Или как еще называют, стереотрубы, правильно. 316 метров, 35 у меня штраф, так был бы там 351, что тоже не так уж много. По плюсам и минусам. Плюсы, хорошая подвижность, идеальная пушка, вот, хорошая незаметность, отсутствие брони минус, ну, это кустовая ПТ, на что мы рассчитываем. Ладно, предлагаю отправляться в бой. Посмотрим, как ЛКВшка играет в современную рендер. Погнали. Так, попали на линию Зигфрида. Попали к 7-м и 5-м левелам. У нас обзор боем ПТ САУ шведская ЛКВ-65-2. Проходная прокачиваемая ветка. Вот сейчас надо найти место для отыгрыша. По шестой линии, наверное, играть буду. Искать моменты. Так. У нас нормальная УВН, но от слова нет брони совсем практически, да? Ну, такая слабая. Да, сейчас мы поиграем. Квасочку дали.
Так, забрали. Арта просто лютует. Забрали. Как же я не попал бы, сейчас бы суперчафи бы сбрили. Ух ты. Тут что происходит? Упустил я момент по КВ. Два пострелять, да? Вот это плохо. А вот теперь хорошо. Блин, а я на обзор ничего не брал. У меня обзор кусок говна. Мочите арту тут, господи. Опа, мы на захвате.
обзорами. Тогда будем выигрывать по захвату. Ну, в целом, что хочу сказать. Подвижная. Подвижная ПТ-шка. Хорошее у нее орудие. Точное. Да. Че, ребята, базу отбивать не будем? Походу, они не хотят выигрывать. Ну, мы выиграли, да? Или нет? Победа, да, захват базы. Хорошее орудие, да, нет брони, нормальная подвижность. В принципе, мне вообще КВ всегда нравилось. Только из-за пушки, только из-за пушки. Реально хорошая точность орудия. Ладно, что мы тут настреляли? Позорное третье место по урону. Блайнды, кстати, заходили, да? Три фрага у нас. Молодцы. Ребят, пишите свои комментарии, как вам этот тач, какое вы используете оборудование. Как по мне, я вам всегда рекомендую затачивать ее на точность. Все максимально накидываете на орудие, и тогда она вам прям реально зайдет. Я не постесняюсь данный ПТСАУ по пятибалльной системе поставить 4 с небольшим минусом. Вот. Ближе к 4. То есть, в принципе, играбельная машина. Подписывайтесь на канал. Вот, ставьте лайкосы жирные танковые под видео. До скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.